С победой второй матч подряд выигрываете. На ваш взгляд, закономерна ли победа? Ну, я не могу сказать. Может быть, по качеству игры, может быть, где-то равная была. Где-то даже моментами «Зенит» смотрелся лучше, предпочтительнее в плане работы с мячом и в атакующих действиях по моментам. В штангу попали, в перекладину попали. Еще имели ряд моментов. В этом плане, может быть, и да. Так, если я говорю, еще более-менее равная игра. И сегодня ребята молодцы. Это сегодня проявили характер, главное, что при счете 0-1 не опустили рук, пошли вперед, забили и выиграли. Сразу три человека из основного состава было. Сильно ли они изменили рисунок игры Амкара? Ну, понимаете, они потому здесь и играют, потому что у них нет игровой практики, и в ритм игры им тяжело вписаться. У нас, тем более в молодежном первенстве, немножко больше как бы беготни, чем какие-то там решения, там, как бы техническое. Поэтому им где-то тяжело физически пока. Это видно было, поэтому мы решили их заменить. И чтобы наши тоже поиграли, ребята, и, ну, это, я считаю, что это как бы дало свой результат. Если сравнивать эту игру с матчем с Кубанью, то в качественном отношении шаг вперед сделан? Ну, сегодня немножко поле для нас привычнее. И больше, и привычнее, и ровнее. Там приехали, дождь прошел, поле трава, поле чуть меньше. Плюс грамотно Кубань располагался при организации оборонительных действий. Нам было тяжело в созидании, мяч не держался. Сегодня отрезками у нас получалось контроль мяча. Первый тайм был такой динамичный. «Зенит» перекрывал все зоны. Второй тайм начался, более пошел открытый футбол. «Зенит» не так уже быстро как бы реагировал на потерю мяча. И поэтому у нас стало появляться больше предпосылок для взятия ворот. И как бы хорошо, что они привели к голам. Все, спасибо.